что это точно сказать, потому что я сама еще не знаю. Скорее всего, я сначала перееду одна, обустроюсь, как бы куплю нормальную квартиру, все дела, потом уже заберу Милю, потому что одной с Милей это не... 10 часов вечера, я иду домой, потому что мне стало капец как плохо, начало тошнить, поднялась температура. На улице у нас 2 градуса, а я в джинсовке и футболке, мне еще жарко. Я подумала, лучше я буду дома с мамой, чем одна.